Меня зовут Дарья, я являюсь сотрудником Сибирской вышивальной фабрики. Сегодня мы провели стратегическую сессию, в которой разработали планы на текущий год, проговорили цели, задачи. Также мы общались внутри коллектива, общались между отделами, общались внутри отделов. Очень много нашли новых тем для общения. Какие-то вопросы решили прямо уже в процессе сессии. Какие-то вопросы мы распланировали на год. Вот у нас тут прекрасный календарь. Поэтому я очень благодарна этому тренингу и этой стратегической сессии, Наталье в особенности. Большое спасибо. Это неоценимый опыт.